Слово для доклада предоставляется Соломину Владимиру Александровичу, Ростовский государственный университет путей сообщения. Доклад на тему «Регулируемый линейный асинхронный двигатель с короткозамкнутой отмоткой для магнитогравитационного транспорта». Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы выразить благодарность за приглашение на конференцию. И я выступил с сообщением, которое я со своими учениками. Тема доклада «Регулируемый асинхронный двигатель с короткозамкнутой отмоткой». Изначально, вот именно линейное расположение, то, что двигатель вытянул в длину, и позволило предложить короткозамкнутую отмотку, которую можно регулировать, сопротивление, которое можно регулировать. И это открывает очень широкие возможности для регулирования пусковых тяговых усилий, скорости, особенно при торможении, при трогании с местом. И, конечно же, преобладающим и явно предпочтительным способом регулирования скорости движения магнитогравитационного транспорта с линейными асинхронными двигателями, конечно же, это частотное регулирование. Но, опять-таки, в режимах трогания с места частотное регулирование не способно развить достаточно большие, сообщить транспорту достаточно большие тяговые усилия. А вот сочетание регулирования сопротивления короткозамкнутой отмотки и частотным регулированием вполне расширит диапазон применения и возможность, и область применения подобных машин, на мой взгляд. Я сказал, что именно натолкнуло на создание таких машин именно линейное расположение двигателя, линейная машина, которая для транспорта, для привода с возвратно-поступательным движением предназначена. И когда пришла в голову такая идея, потом вокруг нее появилось много различных технических решений, часть которой была там запатентована даже за рубежом. Ну, например, вот тут показан один из ряда вариантов этой машины, и показан вот, 5, это позиции 5 обозначена короткозамкнутая отмотка. Вернее, 5 – это общая шина замыкающая, далее стержни электропроводящие, и вот подвижные электропроводящие элементы. Перемещаться может разными способами, коммутация там проблем никаких ни технических, ни научных, ни инженерных не составляет, и позволяет регулировать сопротивление обмотки и, соответственно, величину тяговости, величину скорости в нижних пределах. Мне удалось сделать один-два варианта таких машин, но, правда, переключение так у нас делалось таким простым, примитивным способом, но эффект получения высоких пусковых усилий был получен. Конечно же, нам не удалось это реализовать при движении на протяженном каком-то участке. Мы могли испытывать такую машинку на сторонах, режимы как электромеханики, электромашинки. Режима хохая касса. Пока. Больше нам пока в этом решении сделать не удалось. Но, по крайней мере, мы получали значительно после области. И другие варианты конструкции. Кроме увеличения так просто, обычным способом активного закрепления, используется еще и поверхностный эффект. И явление вытеснения только в пазу при пуске. И это вот, было предметом, в общем-то, вот, была рассмотрена такая простая довольно-таки задача, когда предполагалось, что стержни, расположенные в пазу с параллельными стенками, решалась такая вот одномерная полевая задача. Ну, в итоге мы хотели получить, каким образом мы установили, каким образом будет увеличиваться активное сопротивление и уменьшаться индуктивное сопротивление стержней обмотки короткозамкнутого линейного синхронного двигателя, у которого мы можем применяться продвижение отмотки. И вот я сказал, что эксперименты показали, что действительно мы существенным образом смогли увеличить пусковое усилие по новой машине.
И вот, на мой взгляд, поскольку экспериментально это никоим образом не удалось пока подтвердить и проверить, думаю, что сочетание регулирования сопротивления и сочетание частотного управления машиной может открыть сделать более широкий диапазон использования машины. Благодарю за внимание. Есть вопросы? Скажите, пожалуйста, ваша разработка защищена патентами? Да, у меня, наверное, десятка три разных. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое.